Во вторник, 14 июля, с 12 до 13 часов Владимир Терентьев проведет личный прием граждан в помещении следственного отдела по Адлерскому району по адресу улица Свердлова, 92. А с 15 до 16 часов личный прием граждан он проведет уже в следственном отделе по Хостинскому району на улице Учительская, 26. Необходимо предварительно записаться на прием у помощника следователя по телефону 264-62-73. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.